Метро Фрунзенская, вот такая вот, вот тут вот метро находится. А вот тут вот ярмарка такая вот, она приезжает и бывает не каждый день. Сейчас хочу прогуляться, посмотреть, что тут продается. В прошлый раз тут продавались всякие овощи, фрукты, сыры. Ну, конечно, под ногами вообще жесть. Вот, ладно, сейчас посмотрим, что там. Рыба. Вижу рыбу, я такой не покупаю. Да, очередь. Там фрукты, овощи. Ну ладно, я не буду. Вот, сейчас еще покажу вам елочки. Елочки. Вот такие вот симпатичные елочки стоят. Ну, тут вот торговый центр получается. Прям рядом с торговым центром. Вообще так очень-очень даже празднично. Везде. Вот такие вот елочки. И вот такие вот лужицы. Ну, то есть не в режиме реального времени. Нулевая температура. Вот такая вот красота. Там бывают какие-то носят они. Там бывает синхронизация осветления. Вот метро. Вот там большая тоже красивая елка стоит. Но я туда не пойду. Всем приятного просмотра.